То есть я сейчас за один клик смогу заработать 97 тысяч всего за несколько секунд. Под одним из прошлых видео меня просто завалили просьбами проверить игру Lucky Jet. Я, друзья, зашел, посмотрел на эту игру и понял, что это какая-то просто дико популярная штучка. И обычно на подобных играх нужно придерживаться каких-то стратегий, чтобы сливать как можно меньше денег. Я, друзья, пошел на YouTube, перерыл кучу роликов и понял, что стратегии в таких популярных играх очень быстро просто перестают работать. Потому что разработчики подобных игр замечают, что куча пользователей начинают пользоваться этими багами и стараются максимально быстро это все устранить. Поэтому я так долго и не снимал видео про эту игру и не выполнял ваши просьбы и желания, но на днях я нашел вот что. Это программа JetCrack, которая видит алгоритм этой игры на разных популярных сайтах и заранее предугадывает прогноз раунда. То есть она вам по сути прям говорит, когда надо нажать, чтобы заработать, а не слить свои деньги. И согласитесь, это уже куда интереснее стратегии или чего-то еще, что со временем 100% перестает работать. И сейчас, друзья, я хочу полностью проверить эту программу и узнать, реально ли, правда ли то, что можно с ее помощью, ну так сказать, взломать алгоритмы или обойти алгоритмы этой игры на вот таких вот супер-гипер популярных сайтах с этой игрой. Ну и узнаем, реально ли играть только в профит. Я, друзья, уверен, вы такого еще никогда не видели, потому что я сам встретил это впервые, поэтому смотрите видос внимательно до конца, чтобы вообще ничего не пропустить. Ну и да, усаживайтесь поудобнее, проверочка начинается. Перед тем, как скачать эту программу, давайте я вам расскажу, что это вообще за игра. Смотрите, вы здесь ставите ставку, например, 1000 рублей. И запускается вот такой вот летающий Джо. И пока он летит, вы здесь видите коэффициент, то есть то, во сколько раз умножится вот эта ваша сумма 1000 рублей. Если вы прямо сейчас нажмете кнопочку «Забрать деньги». То есть смотрите, если я сейчас бы нажал, допустим, на 3.50, то моя сумма умножилась бы в 3,5 раза, то есть бы с 1000 я заработал 3500 рублей. При этом, друзья, смотрите, этот Джо может улететь, и если вы не успели нажать «забрать деньги», то все, ваша сумма сгорает. Вот видите, сейчас там он улетел на, по-моему, коэффициенте 1,40. Вот, 1,49, видите, он улетел. Все люди, которые успели до 1,40 нажать, они заработали. Те, кто не успел, они ставку свою проиграли. То есть, по сути, друзья, с тех же, допустим, вы там сделали ставку 100 рублей, вы вот уже можете заработать 300 рублей, если нажмете сейчас. Уже 400, потому что сумма умножается в 4 раза, коэффициент 4. То есть здесь со 100 рублей буквально там за 10-15 секунд можно заработать как 500 рублей, так и 1000, так и 0. И смотрите, вот здесь видно, как играют другие люди. Кто-то поставил ставку 300 рублей, заработал 1300. Кто-то вот 240, поднял 400 рублей. Кто-то вот 30, ну поднял там какие-то копейки, 42 рубля всего. Кто-то вот, допустим, 60, 100 рублей, с 30, 147. В 5 раз приумножил неплохо. Ну здесь видно вот коэффициент в 5 раз почти. В общем, люди вот так играют, и их результаты все видны. И давайте, друзья, я прямо сейчас на своем примере покажу, как тут пополниться. Поставим ставку, ну а потом будем проверять эту программу, которая как бы обещает давать нам прогнозы. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, друзья, здесь необходимо пополняться, потому что игра основана как бы на ставках, поэтому я вас ни в коем случае не призываю это делать. Все только по вашему желанию. Но если вы все-таки решили пополниться и попытать свою удачу, как я, то тогда делаем это все только свободными деньгами, которые в случае чего просто будет не жалко потерять. Сначала здесь, естественно, необходимо пройти регистрацию. Для этого вписываем телефон, почту и пароль. Давайте я это сейчас сделаю. Итак, все, я зашел, нахожусь в личном кабинете. Как видите, здесь вот появился баланс 0 рублей и кнопочка «Пополнить». Как я и сказал, буду пополняться на 3000 рублей, поэтому указываем такую сумму и нажимаем здесь «Оплатить». Пополниться тут можно как угодно, через фрикассу, она включает в себя Kiwi, Payeer кошелек, разную крипту, также через Юмани, через любую банковскую карту, это Visa, MasterCard, Mir, сервис быстрых платежей, крипта и так далее. Ну, я буду пополняться через обычную свою банковскую карту и свою почту. Из карты пополнится очень легко. Вы просто копируете номер карты, который вам выдается, заходите в свое приложение, там, Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, переводите на эту карту указанную вот здесь сумму, возвращаетесь на сайт и нажимаете «Я оплатил». И я вот, друзья, только что пополнение сделал, все как указано на сайте. Поэтому возвращаемся на него. И здесь нажимаем «Я оплатил». Итак, друзья, все, я пополнился. У меня на балансе 3000 рублей. Ставим ставку на следующий раунд, например, 100 рублей. Все, этот чувачок полетел. Опаньки, нажимаем «Забрать». И я заработал 133 рубля, потому что забрал на отметке, когда было 1.33. То есть ровно 33 рубля я заработал сейчас, по сути, за один клик, за несколько секунд. Но понятное дело, что следующую ставку я могу слить в ноль, и там третью ставку тоже, а могу заработать наоборот больше. Здесь вообще как по
повезет, это полный рандом. Поэтому, чтобы снизить все риски и зарабатывать максимально часто, люди здесь придумывают различные стратегии. Ну а мы сегодня будем работать без разных стратегий и, как я сказал, будем проверять вот эту вот программку под названием Jack Crack. Эта программа насквозь видит алгоритмы сразу вот этих вот четырех самых популярных сайтов, где есть эта игра Lucky Jet. То есть, друзья, как я понял, эта программа может вам заранее сказать, какой коэффициент будет в следующем раунде. Ну, по крайней мере, мне так кажется, это из той информации, что написано на том сайте. То есть, прикиньте, например, вы заранее знаете, что там этот раунд закончится там на коэффициенте 8, и вы на семерке нажимаете, все. Вы типа гарантированно уже умножаете сумму в 7 раз. И как минимум это уже звучит интересно. И смотрите, эта программа видит алгоритмы сразу на 4 популярных сайтах, таких как вот видно OneWin, дальше это MostBet, SuperX и Lucky Jet. Сразу говорю, что эта программа, естественно, она платная и дается всего на несколько использований. И на каждом сайте она работает абсолютно по-разному. И здесь вот есть параметры. То есть, смотрите, например, на сайте OneWin она вам дается всего на 7 прогнозов. То есть вы ее сможете использовать за покупку всего лишь 7 раз. То есть это вообще немного. И вот здесь также видно, что прогноз примерно точен на 80%, тоже немного. И если вам попадется неудачная программа, то нету гарантии возврата средств. Ну и при этом она здесь самая дорогая, она стоит аж $150, блин, но это реально многое. Для второго сайта эта программа, например, стоит уже $130, можно ее использовать 8 раз. Здесь она стоит $70, можно использовать уже аж 10 раз. И для четвертого, по-моему, самая дешевая цена, всего $50. При этом, смотрите, самый высокий процент угадывания прогнозов, 98%, практически каждый прогноз. Я, друзья, думаю, что это самый оптимальный вариант, он самый дешевый, самый нормальненький, поэтому давайте его и купим. Кстати, будьте внимательны, что сразу после того, как вы эту программу купите, она у вас начнет работать, и у вас будет всего 10 попыток сделать ставку с ее прогнозом. То есть у вас заранее уже должны лежать деньги на сайте, для которого вы эту программу купили. В моем случае это вот Lucky Jet. Программа не будет ждать, пока вы там пополнитесь, переведете с карты и так далее. Ну, у меня деньги уже лежат на балансе, поэтому продолжаем. Для того, чтобы купить программу, выбираем сайт, для которого покупаем. Обязательно вписываем правильную почту, потому что именно туда придет код активации. И мы нажимаем купить. Здесь оплата точно такая же, как и на сайте Lucky Jet, где мы пополнялись. Я здесь оплачу с помощью Юмани кошелька. И здесь оплата точно такая же, как с банковской карты. Только вам надо с Юмани перевести на эту карту. Итак, все, друзья, оплата у нас успешно проведена. И возвращаемся на сайт и нажимаем «Я оплатил». После оплаты спустя минут 10 пришло письмо. Кстати, оно пришло не во вкладку «Входящий», а во вкладку «Спам». Поэтому проверяйте, кому-то оно во «Входящий» придет. Но самое главное, что вот здесь содержится ключ активации на 10 прогнозов. Мы его просто берем и вот так вот копируем. И естественно, перед тем, как программу активировать, нам надо ее, конечно же, скачать и установить. Поэтому на сайте нажимаем «Скачать». Она у нас скачивается, ждем. Итак, программа скачана, она скачивается в таком вот архиве. Чтобы ее запустить, надо все файлы отсюда извлечь. Для этого нажимаем «Извлечь». Все, программка у нас извлечена. Мы ее открываем здесь и просто запускаем вот этот вот файл. Итак, все, друзья, программа у нас запущена. Нам осталось ввести только сюда ключ активации. И я думаю, что буду ставить на сайте ставочки по 1000 рублей. Если пойдет плохо, то, естественно, ставку буду снижать. Если хорошо, то буду повышать. Я заранее открыл и программу, и сайт одновременно вместе, чтобы было все максимально удобно. И вам и мне видно, чтобы я все успевал. Итак, ну что, друзья, я готов. Надеюсь, что вы тоже готовы. Поэтому ставьте лайк за такую супер необычную проверку. Чего-то такого уникального, чего еще не было. В общем, вставляем сюда код нашей активации, нажимаем «Активировать». Так, ждем загрузку. И смотрите, друзья, сейчас программа нам говорит, что ожидайте следующего раунда и ждем. Все, программа говорит, что прогноз в следующем раунде будет x97, то есть я смогу с 1000 рублей заработать 97 тысяч. То есть я сейчас за один клик смогу заработать 97 тысяч всего за несколько секунд. Но, друзья, я уже ставку не сделал. Этот раунд у нас запустился, поэтому я смогу залететь только на следующий. Будьте внимательны, у вас всего остается 10 таких попыток, 10 раундов, но коэффициент сейчас просто дичайший. И давайте проверим, действительно ли он будет здесь 97. Итак, смотрим. Программа обещала 97.17. Итак, ждем. 96.76. Ну, практически она угадала, то есть совсем немного. В общем, ставим ставку, смотрим, что у нас по следующему раунду. Итак,
3.17. Итак, друзья, до 3.17 держим. Ну, естественно, чуть пораньше заберем. Все, моя первая ставка, друзья. Смотрите, 2. Блин, у меня аж сердце начало колотиться. Все, забираем, чтобы до 3 не дошло. И я заработал 2.920. То есть 920 рублей чистыми за один, получается, раунд. Следующий раунд. Смотрим. Все, 5.56. У меня есть возможность сейчас приумножить сумму в 5 раз, друзья. Это все, началось прям мясо настоящее. Поэтому ждем, раунд за раундом идем. И не пропускаем ни одного раунда. Так, ждем, наверное, до 4 дожду. Может быть, чуть больше. Так, 4.5. Все, нажимаем забрать. Смотрите, вот здесь видно, как люди другие сыграли. Смотрим. Все, 4.900. 4.900, друзья, только что. Ставим ставку, по, ну, такую же, давайте, 1000. И следующий раунд. 1.01. Блин, сразу надо забирать, сразу. Блин, нет, видите, все, слил ее. Слил, следующую ставку тогда. Смотрим. 3.54. Окей, супер. Ждем на 3.54, ждем до 3. И следующую ставку поставлю побольше сумму. Так, 3.54. Все, забираем. Давайте пока поставим ставку, например, 2000 рублей. Делаем ставку. Смотрим, что нам говорит эта программа. Так, ожидание следующего раунда. Да, это есть. Это 1.05. Блин. Все, блин, я не успел, видите? То есть здесь некоторые моментики такие надо прямо успевать. У меня еще комп подлагивает, потому что он просто у меня старый. Забираем ставку на 1.18 как раз. Супер. Давайте, в общем, сейчас я все раунды так доиграю и посмотрим. Так, 2.01. В общем, посмотрим, что у нас по итогу получится заработать за все это время. Я ничего не буду вырезать. Все это в ускоренном действии, так что смотрите. Ну что, друзья, 10 раундов позади, все, активация программы слетела, и у меня на балансе 8663 рубля. То есть я чистыми заработал, получается, 5500 рублей буквально за несколько минут. При этом программа предсказала практически каждый раунд так, как есть, с небольшими погрешностями, где-то там 0.5-0.10 может быть в коэффициенте, но из-за того, что у меня комп немного подлагивает, когда я переключаюсь между браузером и программой, то у меня немного подвисало, и я забирал деньги раньше, чем мог бы на самом деле. Но вы помните, первый коэффициент я проспал на 90, я бы мог забрать там 1050, может быть, рублей. Ну и смотрите, по итогу, друзья, я пополнился на сайте на 3000, купил программу за 3500, итого 6500 я потратил и заработал 8500, там, по-моему, даже 8600 чистыми, то есть больше 2000 рублей я прямо сейчас заработал, да не то, что за несколько минут, наверное, за несколько секунд, потому что раунды идут здесь прям друг за другом очень-очень быстро. И теперь у меня эта программа все действительно не работает, так как я использовал все 10 попыток, и чтобы ее снова активировать, надо ее снова покупать. И честно, друзья, я подобное вижу вообще впервые, поэтому я не могу там точно сказать, будет ли эта программа работать, например, там через месяц или через год. Сейчас я вам лишь просто показал свой опыт, все вот как есть, поэтому дальше уже решать только вам, стоит ее покупать, тестировать или нет. Ну а теперь давайте выводить деньги с сайта. Для этого нажимаем вот «Вывод средств». Вывести можно деньги на WebMoney, на Kiwi, на Юмани, на Фрикасо кошелек. Кстати, да, вы можете создать Фрикасо кошелек и с него выводить уже на Kiwi, на карты, даже на зарубежные карты. В общем, удобно и на крипту. А также либо на любую банковскую карту. Ну окей, давайте выведем на Kiwi. У меня на балансе 8663 рубля. Супер. Вписываем номер Kiwi кошелька. Смотрите, лимит на вывод от 2000 до 50 за одну выплату. То есть меньше и больше нельзя. Если у вас там 100 тысяч на балансе, надо делать несколько заявок. Так, я нажал вывести. Все, судя по всему, заявка у нас создана. Где это посмотреть, я не знаю. Здесь, наверное, истории нет. Ну да. Самое главное, в общем, да, все, деньги списались. Как видите, вот на балансе у меня 0. Я, друзья, честно говоря, на подобных сайтах практически не зарабатываю, потому что здесь мало чего от вас зависит. Тут, по сути, полный рандом. Поэтому я не знаю, как у них здесь быстро выплаты приходят или долго, есть ли там комиссия. Давайте просто ждать. И вот, друзья, мы заказали выплату где-то часов 19, то есть часов спустя 5, наверное, 8663 пришли. Ну, как видите, вообще без комиссии. Вот написано комиссия 0%. Все супер на Kiwi кошелек. А также посмотрите видео, где вы за 10 минут можете заработать 600 рублей без вложений, без рисков, без надежды на удачу, а только благодаря вашим простым действиям. Пока!